Температурные рекорды пекло побьет уже на этой неделе, а пика достигнет в середине июля. Поджаривает европейскую часть страны, в том числе и Рязанскую область, блокирующий антициклон. Здравствуйте, дорогие зрители. Снова с вами на связи с краткосрочным прогнозом погоды Рязанский воздухоплаватель. В частности, я, Ермаков Владимир, пилот теплового аэростата третьего поколения. В центральную часть России снова приходит жаркое лето. Причем в Рязани и Рязанской области на ближайшие дни не ожидается сильных погодных колебаний. Несмотря на то, что отметка на градуснике чуть не дотягивает до 30, настоящий зной еще впереди. В субботу и воскресенье плюс 33. Возможно, температура достигнет 35 градусов, считают синоптики. Так, максимум для 9 июля плюс 33,5 градуса держится с 1903 года. Самая сильная жара для 10 июля зафиксирована в 1996 году. Плюс 33,4 градуса. Поэтому температурные рекорды возможны уже в конце этой недели. Такая погода сохранится на всю следующую неделю. Плюс 30 градусов тепла днем, слабый ветер до 3 метров в секунду, поменяется только направление с северного на южный. А чтобы как-то спрятаться от летнего зноя, приглашаю совершить утреннюю прогулку на воздушном шаре. Всю подробную информацию вы можете дать по телефону 51-33-71 или на сайте Федерации воздухоплавательного спорта Рязанской области. Если в июне период экстремальной жаркой погоды длился всего неделю, то теперь он будет более длительным, как минимум до 17 июля, и более утомительным, в том числе из-за ночных температур. Сейчас по ночам плюс 16, плюс 21 градус, на следующей неделе будет плюс 20, плюс 25. Причина такой обстановки – блокирующий антициклон. Дождей благодаря ему не предвидится как минимум в ближайшие 10 дней. Будьте внимательны, соблюдайте рекомендации медиков и, кроме того, осторожнее ведите себя в лесу. Ведь в связи с летней жарой пожароопасность довольно высока.